Доброго здоров'я, і ми знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу «Аспиво». І сьогодні гість нашої програми Тетяна Петрівна Гончаренко, секретар Сумської міської ради. Раді вас вітати. Доброго дня. І що всім. Ми будемо готувати? Сан Саныч, я хочу вас сначала поздравить и себя тоже. Между прочим, у нас первая женщина на кухне, кроме меня. Да. Наконец-то! Ура! Нарешті. Не только у вас на кухне. Да, не только у нас на кухне, а мы это поговорим позже. Гончаренко Тетяна Петрівна, секретар Сумської міськради. Народилася у місті Суми 31 січня 1974 року в родині службовців. У 91-му закінчила Сумську середню школу номер 2. В цьому ж році вступила до Сумського фізико-технологічного інституту. З 89-го року працівник формовочного цеху Сумського фарфорового заводу. З 91 по 96 – бухгалтер у торговому будинку «Сприяння». У 96-му закінчила економічний факультет Сумського державного університету. Тоді ж вступила до аспірантури Української академії банківської справи, яку закінчила у 2000-му. З 2000-го року – викладач-стажист Української академії банківської справи. З 2002 по 2005 – старший викладач кафедри менеджменту та зовнішньоекономічної діяльності, згодом кафедри менеджменту ОАБС. З 2006 – доцент кафедри менеджменту ОАБС. У тому ж році – захист дисертації на здобуття вченого звання кандидата економічних наук. З 2005 по 2007 – заступник декана обліково-фінансового факультету ОАБС. З 2000 року є членом Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». З 2006 по 2010 – депутат Сумської міської ради 5-го скликання. 18 червня 2014 року – обрана секретарем Сумської міської ради. Заміжня, виховує 3 дітей. Сначала, що ми сьогодні робимо? Так, ну, оскільки, скажімо, на современная женщина, она очень занята. Стоит необычный предмет да. у вас на кухне. Зрители, вот. Нужно многих накормить и сделать это очень быстро, и очень много дел сделать. То наука и техника идет нам навстречу. Так. И разработала много таких, как говорят современные люди, гаджетов. И кухонных в том числе. Поэтому, естественно, сегодня модно, популярно готовить в мультиварке. Она экономит много времени. Вот, и помогает, сохраняет да, вещества полезные. Полезные вещества, в общем, если таковые имеются. В общем, классная помощница на любой кухне. Вот. Ну и я не являюсь исключением, поэтому готовлю в мультиварке часто. И предлагаю сегодня вниманию всех приготовить курицу по-вьетнамски. Это тоже сегодня такой новый модный тренд. Так, который все кухня. Восточные кухни, восточное что-то пикантное такое добавлять в наш рацион. Традиционно сделаем нашу украинскую запеканку, ну и такой легенький салатик «Таня Лентре» на французский лад с сырыми шампиньонами. Вот, ну, вот, наверное, и все. Хотя, может быть, может быть, по ходу придумаем еще чего-нибудь. Так, отлично. Я готов. Кстати, хочешь меня узнать? Поешь со мной. Джеймс Джойс. Резать я сейчас расскажу. Да, не спешите, не спешите. Не значит, поскольку у нас лапшичка будет, вот как видно, не знаю, видно, не видно, она будет такая у нас длинненькая, тоненькая, тоненькая, да. То и резать мы будем тоже. Бобовая. Да, бобовая. Угу. Длинненько и красивенько. Как вообще восточная кухня чувствует себя на кухне Татьяны Гончаренко вообще? И как она туда попала? Как она туда попала? Замечательно. Это фантазия. Это была фантазия на тему. Что-то где-то подглядела в интернете, что-то где-то подглядела в телевизоре. И такое блюдо у меня родилось. Вообще, я человек на кухне, который фантазирует и готовит все на, ну, исходя из фантазии. Это никогда говорит... не знаю рецепта, не знаю, сколько соли, не знаю, сколько сахара, сколько... Все на глаз. Все на глаз абсолютно. Это все. Говорит о мужском характере. Да? Да, это прежде всего. Потому что мужчины обычно, они фантазируют, они экспериментируют на кухне. Женщины всегда строго по выдержанному как-то. Ну, не знаю. Может быть. Это, может быть, этот мужской характер как раз и привел. Кресло, которое ранее было исключительно для мужчин. Кстати, а у вас статистика есть какая-то, вот, секретарей городского совета? Женщин не было еще. Не было. Хотя вот в Украине это считается вообще, я так посмотрела по статистике, это считается женской должностью. Женской должностью? Да, больше женщин-секретарей в Украине, чем
Ну, как в случае в Полтаве, я знаю, что тоже есть. Секретарь горсовета Оксана Деркач. Вот. Так. В суммах, да. Теперь и как родные приняли? Ручки, да, конечно. Как муж вот это воспринял, это все? Или он знал заранее? Нет, заранее этого не знал никто, потому что это же все-таки тайное голосование. Нет, это понятно. Я имею в виду, что все равно какие-то разговоры были, предложения были. Конечно. Он как это одобрил и сказал: Татьяна Петровна, родная моя, иди, я вот буду на кухне стоять, я буду там детьми заниматься и все остальное, а ты давай. Ну, вы знаете, наверное, современные, опять же, родители, современные люди семейные, они понимают, что в одной лодке плывут, которую нельзя не раскачивать, и которая должна прийти к пункту назначения. Поэтому, конечно же, он воспринял это положительно. И вот мы с ним все делаем вместе. У нас трое детей, которых... Ну, я почему и говорю. Вместе, да. Вот. Их, наверное, потому трое, потому что мы вместе все это делаем. Потому, ну, если бы... Ну, невозможно одному тянуть вот такой объем работы. Конечно же, помогает. Он очень сильно помогает родители, помогает вся семья. Вот, я думаю, Сан Саныч спросил неспроста. Просто сразу в голову приходит: Москва слезам не верит, да? Как, да. И вот мужчины, как бы, они болезненно переживают, когда вот... Жена находится выше по положению, нежели муж. Я ничем не даю повода ему так подумать. Он сам занимается предпринимательством, он сам руководитель, поэтому... Своей работы хватает, хватает, да? Своей работы. Я думаю, что дискомфорта в этом отношении у него нет совершенно. Такие мысли в голову некогда им лезть. И некогда, на самом деле. И некогда этим мыслям лезть в голову. Я вот впервые буду... Научусь пользоваться мультиваркой, честно говоря. Вот. Надо выбрать меню режим «Жарить». И нажимаем «Старт». Теперь нам надо немножко маслица подсолнечного. Так, ну давайте я постараюсь сейчас быстренько закончить мою часть работы. Я как бы... Теперь моя мультиварка, которая мертвым грузом стоит у меня на кухне, имеет шанс. Запуститься наконец-то. Кстати, многие у меня тоже приятели говорят: да, вот купили. Все, что с ней сделать, все покупали, и мы купили. А что с ней делать? Муж помогает вам готовить или нет? Ой, он сам очень много готовит. Тоже любит готовить, это, да? Конечно, выручает. Он любит приготовить, мало того, любит приготовить и любит пройтись по соседям, угостить соседей, отправить чего-нибудь вкусненького друзьям на такси. Очень интересно. Да, и так звонит Нинатька и говорит: там, Сереж, встречай, такси внизу. Это такое классное хобби. Да, и Сережа выходит, опа, а там пицца. Уже все есть. Пицца. Вот смотри, какие кусочки красивые, их сюда бросают. О, их надо помешать? Да, оно немножечко начнет сейчас разогреваться, жариться. И мы его специальной такой лопаткой, поскольку там у нас... Там у нас покрытие. Покрытие специальное, мы будем помешивать. Ну, хорошо, что сказали, потому что я бы сейчас туда полез ложкой железной, как положено. Так, нам что-то еще нужно, да, чистить? Я вижу, морковочку. Да, чистить морковочку лучок нам нужно. И жарить мы его будем отдельно на обычной сковородочке. Для того, чтобы быстрее. Можно было бы и там, но быстрее будет здесь. Вам лучок? Да, мне давай лучок. А блюда выходного дня какие вы готовите? Блюда выходного дня? Да. Очень часто мой муж готовит блинчики. Блинчики? Да. Причем начинками, да? Причем он делает их на воде с валява, такой западноукраинский рецепт. Да, гидрохлоридно-натриевая вода. Она уже обладает определенным вкусом. Только там уже присутствует такая... Блинчики получаются необычайно вкусные. Вместо молока или вместо там воды или кефира. Вода с валява. Вода с валява. Понятно. Они получаются такие тоненькие. Вот, и в них можно, они не сладкие, умеренно солененькие, и в них можно любую начинку. Настя, я знаю, кто у нас должен быть вторым. Да. На нашей кухне. Вот сколько мы узнаем полезного и интересного, и зрители, кстати, тоже. Вы сколько лет уже в политике? Политике? Да. Ну, или политика у вас? Политика, да. Я впервые... вступила в партию, это была «Батьковщина» в 2000 году. Только образовывалась у нас местная организация партии «Батьковщина» сумская. Вот, и мы с друзьями тогда туда вступили. И вот с тех пор...
Петр Михайлович Гученко да. имел какое-то влияние на вас? Да, чем было продиктовано это решение? Петр Михайлович Гученко влияние имел, начиная, наверное, с лет шести моих. Не, ну это понятно. Потому что, да, когда он еще инструктором работал в партийной организации, в компартии, да, в управлении городским. Это еще в советское хозяйстве, да, да, в советские времена. То, естественно, я забегала на работу к папе. Когда это было здание только построенное, новое, было свежее, оно такое было торжественное, там эти ковровые дорожки, величественное. Так чувствовала, да, что ты заходишь да, не да. просто так. Ну, вот, и 5-6-летний ребенок, когда туда попадал, чувствовал великую ответственность да, да, тех да. людей, которые там находятся. Вот, наверное, с тех пор я и впитала в себя. Так как актерские дети возле сцены, да. так Татьяна Петровна в Пентагоне. Да, 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 служить. В ладных коридорах да. росла. Вот. Тогда еще с тех пор какое-то такое вот ощущение, понимание того, что это очень важная работа, что это очень ответственная работа, очень нужная работа. Вот это, наверное, тогда еще приходило. А вот именно батьковщина. Поэтому влияние, конечно же, как любой ребенок прислушивается к своим родителям, к тому, что они говорят, точно так же и у меня происходит. Если родители мне говорят, что это именно так и правильно, прислушиваешься к этому. Вот. И когда Петр Михайлович, давайте мешайте, это нужно. Да, да, да. Когда Петр Михайлович сказал, что он доверяет Юлии Владимировне и считает, что она способна влиять на процессы в Украине, способна управлять процессами в Украине, вот, то у меня никаких сомнений не было в том, что нужно этому человеку доверять. И впоследствии я не разочаровалась абсолютно в ней, не разочаровалась в ее идеях. Вот, поэтому столько лет я уже в этой партии, видданная, кажется, батьковщине на все сто. А не было такого момента, вот, когда, ну, как молодежь говорит, когда партию плющили? Что как-то поменять, потому что я уверен, что да. были предложения. В глубокой оппозиции. Да, да, она всегда была как бы в глубокой оппозиции, вот буквально это не сейчас. И предлагали наверняка перейти там в регионы, еще куда-то. Нет, вы знаете, не предлагали, наверное, всего того, что я достаточно активно демонстрировала и всегда говорила, позицию. Что да, бесполезно это, да? Да, я абсолютный фанат Юлии Владимировны и нашей политической силы, и предлагать мне кто-то перейти... Время зря тратить. Бесполезно, да. Я, наверное, все-таки буду уже оставаться в этой политической силе до самого момента ее прекращения. Если она когда прекратит свою деятельность, то тогда, наверное, я прекращу свою политическую карьеру. Ну, а всегда вот так советы папы были дельными, и вы к ним прислушивались. Вообще, как воспитывал Петр Михайлович своих дочек? Жестко или пряником? У нас семьи две. Так. Есть младшая сестра. Девочка, давай. Я буду работать пока. Да. А может мы пока поставим сковороду? Давайте. Пускай она нагревается. То есть вы старшая, на вас вся ответственность была за младшую. Да, я старшая и, как всегда, молодые родители, когда у них рождается ребенок, они начинают эксперименты. Да? Каким должен быть ребенок, все. Вот, ну и все эксперименты вылились на мне, конечно. Ну и же нянька уже были потом. Отец очень жестко меня воспитывал, очень строго ко мне относился, во всех отношениях очень строго. Вот, Ирине досталось гораздо меньше этой строгости. Вот, она уже воспитывалась так более лояльно, да, больше мамы на влияние было. Ну это абсолютно, мне кажется, ей не повредило. Да и мне да и вам не повредило. Да, строгость. Я вот сейчас не могу воспитывать своих детей строгость. Не получается, не хотелось бы. Знаю, что это нужно. Знаю, что нужно. Знаю, но они такие классные. Как их можно строго воспитывать? Папа в этот момент уберет их от экрана. Поэтому не могу я их строго воспитывать. Хотя надо, конечно же, детей воспитывать строго. Но все равно кто-то в семье должен быть хороший полицейский и плохой полицейский. То есть, значит, папа строго... Нет у нас плохого да, полицейского. Ну, да, интересно. Нет у нас плохого полицейского. Наверное, дедушка самый строгий в нашей семье. Вот так даже. Да, он единственный строгий полицейский. На побывку к дедушке. На перевоспитание, да. Дедушка с бабушкой строгие и пытаются их там как-то перевоспитать немножечко. Прежде чем стали секретарем, вы были депутатом горсовета двух да, созывов. Да, да. Ну, это тоже такой объем работы большой. Да. И как? Как справлялись с этим? Сказать, что эта работа слишком сложная. Я не могу сказать, что это сложная работа. Здесь
здесь нужно просто хотеть помогать людям решать их проблемы. Ну, это, наверное, проще, когда это округ, где ты живешь, то есть ты знаешь вообще все проблемы своего района, да? Плюс, конечно же, это одна часть работы, это когда ты работаешь с избирателями, помогаешь им разобраться в своих проблемах, которые там на округе существуют именно по сфере местного самоуправления. А вторая часть работы связана с развитием нашей территориальной громады и что ты можешь сделать для развития. Вот эта работа мне больше интересна. Именно что можно сделать для развития города, для развития нашей громады. Это в плане формирования программ, в плане формирования стратегии развития города. Вот тут-то вам и помогло ваше образование. Получается, экономика, да еще и кандидат экономических наук. То есть вот это все, наверное, направляется, да, как раз на вот эти проекты решений, на какие-то... Так совпадает в жизни, наверное, ну, знаете, всегда в жизни что-то к чему-то притягивается. Не случайно, да. Так получилось, что, работая в Банковской академии, я читаю дисциплины, которые связаны с этим. Стратегическое управление – это моя основная профильная дисциплина. Вот, и она включает в себя в том числе и территориальное стратегическое управление. Поэтому... совершенствуясь в теоретической базе, накопила достаточный потенциал. Ну, что, дай крышечку, пожалуйста. Очень захотелось уже свои теоретические знания на практике прямо воплотить где-то в практической плоскости. Это что у нас? Лук. Лук, давай. Забыли. Да. Забыли. Ничего, все нормально. Все. А потом его помешаю. Вот, поэтому вот так оно все притянулось. Запало все. Да. Как Татьяна Петровна отдыхает? Татьяна Петровна очень мало отдыхает. Ну, все равно. Может быть, качественно. Какие-то хобби даже, вот, например, вяжет там крючками, носочки. Приходится и вязать. Читает, на природу выезжает, рыбу. Потому что есть маленькие детки, хочется, чтобы они были как конфетки, хочется чего-то такое добавить, своего, да, какое-то тепло вложить в то, как они выглядят. Поэтому я и вяжу, если есть время, особенно это зимой чаще. Бывают там шапочки, шарфики, всякое такое. Крестиком вышивать? Крестиком люблю вышивать. Вот, я тоже люблю. Но это было очень что давно, новое? Потому что времени на это... Лет 45 тому назад, вот как я крестиком вышивал. Да, вот приблизительно тогда же я тоже вышивала крестиком. Все вот, понятно. Это, мне нравится это увлечение. Я бы, если будет свободное время, наверное, я к этому вернусь. Если будет свободное время. А сейчас, наверное, все свободное время детям. Да, да, мы отдыхаем вместе с детьми, мы посещаем все наши детские развлекательные игры. Вот мне очень понравилось, был в детском парке недавно квест, мы всей семьей принимали участие в квесте, ходили там по детскому парку, что-то искали. Вот, стараемся посвятить свободное время детям, потому что им не хватает общения, и нам не хватает общения с ними. Поэтому мы гуляем вечерами по округу. Наблюдаем. Смотрим, где что, какие проблемы. И мама совмещает сразу два одного и округа обойдет, и деток прогуляет. А что делать? Приходится. На самом деле времени-то мало. Надо все как-то так сделать, чтобы больше в одно и то же время сделать больше всяких дел полезных. Поэтому гуляем, прогулялись по округу, прошлись от одного дома к другому. Там детская площадка. Детки поигрались, пообщался. Узнал что-то, какие есть проблемы. Меня вообще удивляет, Татьяна Петровна. Я вот так вот вспомню, допустим, сессия, да, вот, может быть, 3 года назад приходишь на сессию, депутаты только собираются, Татьяна Петровна с пузиком идет на работу, вот, на сессию. Ты удивляешься, боже мой, ну как, это же, наверное, так тяжело, это же все там отекает, и все так... Нет, все, всем поулыбалась, села и работает, книжки достала. Еще же мудрились и самого маленького родить за это время. То есть в прошлую каденцию появилась Соломия, в эту каденцию появился Матвей. Ну, как они в год уже новости не смотрели? Нет, особенно местный. Тяга не было, потому что слушать вот это все на сессиях. Нет, они пока еще этим всем не увлекаются, слава богу. Вот, но Соломия, когда была поменьше, годика в 4, когда ее спрашивали, кем же ты будешь, когда вырастешь, она гордо говорила, дентутатом. Я почему говорю, что это... Но сейчас она уже сказала, что она будет ученым и коллекционером. Ну, правильно. Ну, ученым это тоже куда-то в мамину туда, в отрасль. Да. Ну, я еще раз повторюсь, дети всегда берут, видят пример родителей. Вот сейчас то, что происходит в Верховном Совете, в Верховной Раде Украины, как вот ваше отношение, как политика уже, как секретаря Горсовета? Вот то, что распалась фракция, коалиция. Коалиция, да. Исчезла фракция коммунистов.
Ну, небольшая потеря. Я думаю, что... Нет, ну как бы это тоже конечно, это событие. Да, да. Здесь все хорошо. Да, да, да. Я думаю, уже можно, оно уже готово. Тогда мы сейчас его выключим. Да. Закрываем. Закрываю, да. Оно очень пахнет так, что и я даже не могу здесь находиться. Сейчас подождем, пока это подготовится. Вы знаете, я в последнее время наблюдаю за тем, что происходит там. Угу. И когда из 450 депутатов присутствует 250, 260 депутатов, и ты понимаешь, что 200 депутатов где-то получают заработную плату. Они где-то находятся, то ли отдыхают, да, хорошо, что работают, то ли проводят время, но не работают на государство, то это однозначно плохо. Это однозначно безответственность этих депутатов. Поэтому, с одной стороны, конечно же, правильное решение и посылы, и все об этом говорят, в основном политические силы, в том числе и Батьковщина, говорит о том, что нужно прийти к тому, чтобы переизбрать Верховную Раду. С другой стороны, конечно же, есть тенденции, и люди говорят о том, что не ко времени это. Сейчас у нас в стране идет война. Война, да. Надо сейчас вещи называть своими именами. У нас в стране явно нехватка финансового ресурса, не хватает средств на то, чтобы наши самые-самые болющие проблемы финансировать. Сейчас это все не ко времени. Но я надеюсь на то, что проведя выборы, заведя новых перспективных людей, тех людей, которые способны мыслить по-современному, мыслить по-европейски, вот, быть более ответственными, больше переживать за Украину, больше переживать за свои громады. И когда мы их заведем, то, наверное, мы пойдем по новому пути, и мы преодолеем вот этот проблемный сегодняшний период. Это перезагрузка своеобразная. Перезагрузим, да, власть. Я уже вижу, уже много пришло, даже вот в руководство страны уже пришли люди, которые мыслят по-другому, современные. Тот же Гройсман, тот же Яценюк, это люди, которые современно мыслят. У них ход мысли перспективный. Они не только думают о том, что вот сейчас есть и завтра. Они мыслят на год, на полтора-два вперед. Кстати, если в стране нет по меньшей мере 50 сортов сыра и хорошего вина, значит, страна дошла до ручки. Сальвадор Дали. Это закладываем. Сюда. Нет, от этого момента неправильно. Так, сколько нам нужно? Ага. Открываем. Ага. Наливаем приблизительно 2 стакана воды. Ага, хорошо. Сейчас беру стаканы. А вот. Вот, да. Наши стаканчики. Чесночка нам много надо? Да, наверное, можно даже и в данном случае мы не испортим чесночком. Так. Один. Мы включили его, да? Да. Сейчас туда надо, наверное, чтобы оно закипело. Мы сейчас включим. Нет, мы можем уже закладывать. Да? Нам нужно вот так сейчас. Подождите, не наливайте. Все, не наливаем. Мы сейчас закладываем. Очень интересно. Это сверху на курицу, да? Ну, желательно, конечно, ее раздвинуть так, чтобы поместилось. Ага. Здесь так. Там, наверное, курица сок дала, да? Все. Там и... Да, конечно, и сок, и водичку мы налили. Так. Так, горяченькая немножко, все. Уложили. Да, уложили, да, оно хорошо уложилось. Вот, теперь наливаем воду. Наливаем и заливаем водой ее. Заливаем, заливаем. Чтобы покрыло, да? Поливаем именно саму вермишельку, ага, поливаем водичкой. Ну, чтобы покрыло. Так, ну я уже 2 стаканчика таких влил. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Хорошо. Еще. Чтобы она намокла. Намокла, да, да, да. Так, да, теперь выкладываем. Сюда же. Сюда же. А, ну великолепно, тогда оно накроет и будет хорошо. Да. Сверху накроет. Ой, вообще. Интересно. Так, по мне уже красиво. Да, я вообще любуюсь тут. Так, поливайте пока. Давайте. Еще. Поливайте еще соевым соусом. А-а-а. Так, сейчас. А, у вас он, да? Где или у меня? Соус? Ага, сзади, здесь, сзади вижу. Ну, так, сколько соуса? Ну, вы как любите, посолонее? Я, например, люблю, да. Если был бы перец. Вот если был бы перец, все знают, я люблю поперечёнье. Я же забыла самую пикантную вещь, Настя. Мидии. Мы забыли. Сюда? Да. А, ничего мы забыли, мы ничего не забыли.
сюда мы вот еще если положим... бы не вспомнили, вот тогда да. бы мы забыли. А их нужно, что с ними делать? Резать? Не, их просто нужно порезать. Они все. Продаются уже готовые мороженые уже, мидии. Уже они чищенные. Чищенные продаются. Так. И они продаются уже немножечко и проваренными, пропаренными. Вот, поэтому... Слишком большой термической обработки их да, подавать. На самом деле это блюдо можно готовить и без мидии. Если нет уж. Не любят мидии. Нет уж с мидиями. Если не любят мидии в семье. То, что можно, с чем можно заменить? Коктейль с то ничем не заменят, просто достаточно будет того, что мы там сделали. Это будет уже очень это просто вкусно. Такой как бы вот а это такой интересный вкус. Нюанс. А можно я буду вам параллельно помогать с запеканочкой? Да. Это нужно... Творожок мы бросаем в мисочку. Вбиваем 3 яйца. Ой, божественный запах. Опять же, мидии можно положить немножко, можно побольше, кто как любит. Кстати, обед – это отрезок времени от предвкушения до послевкусия. Женщина. Так, я разбиваю сюда их, да? Да, да, да. Так. Ну, уже все сделала. Кстати, вот женщина на кухне. А женщина в мясской раде часто ли приходится включать свои женские чары? Так как вокруг одни мужчины. Постоянно. Постоянно. Последний довод королей, да, как у них ушки. А женщине, ну, конечно, я представляю, потому что, ну, что скажешь. Да. И кто может разрядить... Я так понимаю, что мужчинам деваться некуда просто. Конечно. Кто может разрядить политическую ситуацию внутри партии, если не женщина? Так, ванильный сахар. Сюда же изюм. Изюм мы заранее его замочили в водичке. Мы не замочили, мы его хорошенько промыли. Потому что покупной изюм нужно очень хорошо промывать. Это все мамы знают. Так. Нам нужен еще сюда сахар, кроме ванильного. Да. Так. Нам сюда нужно еще сметану. Это у нас будут блинчики, да? Нет, а это что? Будет запеканка. Запеканка. Все дети любят запеканку. За ночь наслушался про блинчики. А где же Сваляла? Блинчики. Да. Блинчики это... Запахи, конечно. Ну, вот я говорю, только женщина может готовить гостя. 3 блюда, все успевать и все держать под контролем. Вот обычно, когда мужчины у нас на кухне, они говорят, ну, подай там ложку. Женщина, она ничего не пробует, она бегает сама. Она все, за 5 минут осваивается на любой привыкла. Кухне. Да, вот как раз в горсовете точно так же. Бегаю, все не спрашиваю, можно ли, нельзя ли. Знаю, нужно, побежала. Правильно. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам. Так, сколько немножечко нам нужно? Посолить. Так. Самую малость. Не знаю, зачем даже, но так моя мама меня учила. Значит, любую выпечку надо солить. Вот. Маленьких детишек у нас тут нет, поэтому... Поэтому можно и целый стакан сахара. Нет, поэтому как-нибудь и не сильно сладкое. Оно так вот уже здесь. Так, теперь нам нужен стакан муки. А вот случайно его. Да. Ну, как мне нравится так работать на кухне. Мы ничего не забыли? Вроде бы нет. Нет. Чисто мультиварка шипа. Номер 2. Вот так. Да, ну это... А вот случайно номер 2. Передачи, да. Тут нам ни блендер, ничего не нужно. Все, уже ничего не нужно. Сами. Да, все эти блюда хозяйки... И что, запеканка тоже мультиварки? Да. Все эти блюда хозяйки могут готовить на ночь глядя. Обычно я как так делаю. Вот это все забросила, поставила тушить. Там есть режим, сколько-то минут. Ну, каждой мультиварке по-своему. Здесь, допустим, 50 минут. Да, поставила тушить и пошла спать. Отлично. Утром проснулась, блюдо тепленькое, готовенькое. Точно так же и с запеканкой. Вечером все это, вы видите, сколько времени заняло. Ровно 5 минут. Как заняло мы отстали от жизни с вами. Вот занимает у нас подготовка. Потом мы это все дело сюда закладываем, включаем режим. Угу. И спокойной душой идем спать. Утром просыпаемся, запеканка готова, подаем детям. А вот теперь случайно и вторая мультиварочка возле меня. И я уже готов... смотреть, как это все мы укладываем. Да, еще раз скажу, что да. у нас это исключительно под нашу мультиварку, под эту мультиварку. Угу. Надо вот да, это. Лучше положить пергаментную Хорошо. Бумагу. Может быть, в других мультиварках этого и не нужно делать. Давайте я попробую уложить. Я попробую.
Да вкусно, что там? Еще сахара? Да нет. Конечно. Так. И мы выкладываем сюда эту смесь. Так вот сверху чуть-чуть. Чтобы корочкой, да, называлось? Ну да, чтобы такая была. Здесь же стоять невозможно. Даже через крышку плотную. Запах чеснока и этого блюда. У нас очень выгодное место. Так, все, теперь сметану можно... Особенно если не запах, а не теперь. А теперь мы начнем делать салатик, а тем временем Татьяна Петровна вам расскажет, почему этот салатик имеет такое интересное название. Так, а давайте мы пока приготовим наши... Вы запомнили, какое было название? Сан Саныч. Да нет, я такого не запоминаю. А оно же не просто так. Я английский в школе учил. А это не английский. Просто Татьяна Петровна так как бы незначай сказала, и все. А на самом деле, интересно это название. А ну-ка, признавайтесь, что это? Да. Ну, я вообще сразу вам скажу, что я любитель салаты делать. Любые. И опять же, я фантазирую, как мне... Ваш конек. Да, это мой конек, и я фантазирую, как мне придет в голову. И вот один раз я там подсмотрела, что можно сырые шампиньончики в салатик класть. Потом прочитала, что очень полезны семя льна и семя кунжута, и можно в салатики добавлять. И я все как-то так оставалось, там где-то шампиньончики остались, там капусточка. Наколдовали. И это все просто по на кухне. Не, оно просто сошлось на кухне в одних умелых руках. Ну вот. И подружки моей сестры, когда попробовали, им очень понравилось, они предложили назвать этот салатик «Таня Лен Тре». Таня от имени, да, того, кто это все придумал. Семя льна там присутствует. Очень сегодня модный и популярный ингредиент. Ну вот, и с таким вот французским шармом Таня Лен Тре появился салат. Классно. Вот, да. Салат фантазия на самом деле. Можно в него добавлять по сезону все, что, опять же, захочется. Основной интересный ингредиент – это сырые шампиньоны. Второй ингредиент – это семя кунжута жареное плюс семя льна. Можно еще добавлять, я думаю, что это абсолютно не помешает, семя подсолнечника или семечко тыквочки. Можно кедровые орешки. Это все, опять же, я же говорю, салат фантазия. Фантазия и финансовые возможности. Да, кедровые орешки, конечно, сегодня у нас это такой заморский продукт дороговастенький, а все остальное продается... И по сезону можно доступно. Это готовить. И он очень полезный, очень такой приятный. Как любой салат. Да, сейчас проверим. Да. Так, что мы делаем? Вы, наверное, берите... Шампинь. Да я лучше вам предлагаю. Хорошо, вы мне подайте. Хорошо, я вот вам досточки такие красивые дал, потому что у нас даже дощечек не хватает. Так, шампиньёшки как режем. Вы так работаете. Это на счастье. Да, и так у нас стаканчик еще есть, и поэтому я предлагаю от нашего пивного спонсора, тем более это наш производитель Сумской, вот, сельское пиво темное. Пока вы будете резать, я вас тоже, хорошо. Я вам тоже наливаю, вот, а я буду... Сам будет вдохновляться. Вдохновляться, да. Так, напополам, да, и... или как? Ну, можно вот так сразу. А, все, поняла. Чтобы было видно, что грибочек. Да. Ага, хорошо. Вот. Замечательно. Угу. Ну, то есть крупненько, не мелко, чтобы когда мы его пробовали, чувствовалось, что это грибочек. Я предлагаю вам поглоточку. Спасибо большое. Нашего сумского производителя. В этот жаркий, вот. Знойный день. В этот жаркий, знойный день. И любой мужчина будет работать на кухне, если вот такое потное, запотевшее, вернее, пиво стоит на кухонном столе. Давайте, у нас все получится. Замечательно. Если пиво не сельское, значит пиво никакое. Вот теперь легче будет работать. Вкусненько. Татьяна Петровна, а если вот вернуться к вашей сейчас вот работе с секретарем, я помню, когда было голосование, то поддержали уж, честно говоря, не все, да, были те, кто не поддержали вашу кандидатуру. Как вам сейчас работается? Все-таки вы... Работаете со всеми депутатами, со всеми фракциями и группами. Есть ли какие-то сложности или на самом деле нет? И не затаилось там внутри что-то? Нет, я вообще человек, который никогда не таит никакой обиды ни на кого. Я не помню этих обид и не хочу на них концентрироваться. Угу. Но то, что нелегко работать с депутатами, это однозначно. И тут каждый, кто был секретарем, скажет, что с депутатом работать сложно. Каждый депутат – это личность, которая самореализовалась и которая знает...
себе цену. Но в то же время у нас и прошлая каденция, и эта каденция, в основном люди, которые готовы идти на диалог, которые готовы идти на компромисс, которые готовы слушать друг друга, прислушиваться друг к другу. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что у нас все получится. А у вас не было такого, как я помню, Александр Николаевич пришел на первую аппаратку свою и поменял стульчик, на который сидел Геннадий Михайлович? Вы стульчик не меняли? Честно говоря, я вообще не забабонна людина. Абсолютно не верю в приметы. Вот. Хотя, наверное, это, ну, вот, мне кажется, это все важно для тех, кто верит в это. Вот. Ничего не меняла абсолютно. Вот, достался мне от Леши Мовчана достался аквариум, кормлю рыбок. Вот все приходят и радуются тому, что там есть аквариум. И всем нравится прийти, так прорелаксировать немножечко. Вот. Кабинет, в этом кабинете в свое время работал Петр Михайлович, и он почти не изменился с тех пор. Вот я, каким помню, таким он и остался. Ну, это уникальный случай, ведь на самом деле получилась династия. Да. Секретарей. Да, получилась, да, династия. Вот о чем мы уже ранее говорили, что, ну, на самом деле, не сильно-то и удивительно. Ну да, да, когда вы рассказали, как детство проходило, теперь-то да, оно как бы понятно. Так, теперь, когда мы сюда покрышили практически все. У нас еще салат. Сейчас еще салат. Я сейчас доливаю. Мы туда кидаем. А, просто семечки. Вот так, да? Да, кинем все. Ага. Так, а здесь сейчас делаем заправочку. Так, нам ложечка нужна? Сок лимонный. Сейчас. Лимона получилось много. Угу. Можно уже мешать. Это как вообще? Ложкой? Ложкой. Ну, если давай, есть две вилки, можно или двумя вилками. Вот. Слушайте, мне кажется, у меня лучше будет вот эта инстанционная ложечка, чем вашей. Да? Да. Хорошо. Уже бесподобно. Здесь у нас уже, я так понял, готово. И запах об этом кипит говорит. Новая жизнь. Да, говорит запах об этом. Здесь тоже запах идет. Это все с чесноком и ванилью смешивается. Я уже тут стою, так меня шатает от запахов. Салат тоже, смотрю, осел. Как тесто поднимается, салат осел. Тоже готов. Мы его вспушим. Вот. Так, я так понимаю, пора доставать тарелочки. Просто. Время пить. Боржоми. Так. Ага. Вот, а вот случайно и они. А вот случайно и они. Так, ну, самое главное, что они большие и красивые. Самый большой Сан Саныч. Самый большой Сан Саныч, что хотел сказать, да. Вот она такая у нас получилась, да, лапша, такая полупрозрачная. Так, две вилочки есть. Вот это, кстати, готовность. И самое интересное, что она не разварилась. Вот это для меня очень удивительно, как бы. Да, ее не надо ни ломать, ее не надо, с ней ничего не нужно делать. Она вот такая получается. А если бы в воде мы варили ее, она бы тоже вот так была или нет? Мне кажется, ее надо тушить. Я не знаю, как она будет в воде. Ну, цвет такой интересный. Получается, это она морковка с луком, да? Она напиталась соусом. Всем она напиталась. Ну, это потому, что в мультиварке вот она не разварилась. Так, Сан Саныч, давайте тарелку. Давайте. Достаточно. Так, мясо. Вегетарианец. Я вегетарианец. Настя. Я мясом так, поделюсь с операторами. Секундочку. Ну запах, вот запах просто, он сражает на повал. А у нас там есть большие такие ложки. Да, ой, есть большие ложки. Ой, ну класс. Мы почти как китайцы и вьетнамцы, да. Мы так, Настя, такую порцию, что я не знаю, это на троих. Так, заведуйте молча. Так, следующий. Это кому? Оператором? Это вам. Мне? Да, а что? Да? Вы не у вас надеюсь, гости еще и кушают. Вы не надеялись, что мы будем вас кормить? Так. Так, теперь. Спасибо. Салатик. Так, салатик. Полагается салатик. Так, мы сейчас здесь. Таня Лентре. О, Лентре, это все. Вот Лентре мне. Спасибо. Так, Настя. Это божественно красиво. Это вкусно, это полезно. Спасибо, достаточно. Ну, Катерина Петровна, и всем разложу. Да вообще, да? Вот что такое женщина на кухне? Хватало нам. Я понял теперь, что мужчины должны сидеть в зале заседаний, а женщины должны работать на кухне. Вот тогда чувствуешь себя человеком на кухне. Мы, женщины, везде могем. Приятного всем аппетита. Приятного аппетита. Спасибо большое. Горячее. Класс. По-моему, получилось даже лучше, чем обычно. Мы старались. Это благодаря вам.
Я обычно... Как вкусно. Делился с операторами. Сейчас не знаю, успеют или нет. Татьяна Петровна, мы вас берем постоянным экспертом. С удовольствием. Себе на кухню. Следующую порцию. Да, 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 да. Такого да, мы да. еще не делали. Так, нет. Подождите. Вы, Настя, думаешь, вы не маленькие? Так делаете. Сперва нам нужно вынуть это все и положить на большую тарелку. Есть. Я поняла. И таковая есть у нас. Так, мы сперва выймем, опять же, выймем все это добро. Угу. Поставим сюда. Сюда. Так, теперь, может быть, мы вот так сделаем. Да, наверное, так будет. Да, вот так мы и сделаем его. Опа. Можно его достать. Опа. Ой, какое оно красивое! Ой! Угу. Опа! Красавчик! Ой. Видите, даже несмотря на то, что мы положили пергамент, все равно немножечко подгорает. Корочка, да, нет, появилась? Так корочка, почему? Это, да. Это то, что самое вкусное. Ну-ка. Должна быть такая очень нежная. Она такая есть. Как суфле. Угу. Тирамису и все. Ну, до тирамису не дотягивает. Я не знаю, что это такое, я просто название слышал. Но это... Очень вкусно. Но ассоциация у вас такая, да? Угу. Очень нежно. С кофе вкусно. Будет просто обалденно. С кофе, да, будет да. Обалденно. Очень вкусно. Ну, чувствуется рука мастера. Поэтому на этой высокой вот ноте... И, вот и все. Высокой ноте мы очень быстро заканчиваем. Я еще раз нагадую, что вы были на Політичній кухні АТВ, партнер нашей программы «Меблі Фокс», партнер показу «Ас Пиво». І в гостях у нас була така довгоочікувана жінка Тетяна Петрівна Гончаренко, секретар міської, Сумської міської ради. І смачна-смачна. Приємного всім апетиту.